Хорошее состояние дорог оценили не только гости Олимпиады. Сегодня сочинские автолюбители и пешеходы могут наслаждаться поездками и прогулками на территории всего города. Многочасовые пробки тоже ушли в прошлое. Удобные развязки, тоннели и грамотная логистика позволили разгрузить дороги. Радуют жителей и гостей курорта и новые автобусы, которые куда комфортнее, чем старый общественный транспорт. Автобусы, оставшиеся после Олимпиады, очень хорошо смотрятся в нашем городе. Беленькие, красивые, удобные. Дороги стали намного лучше после Олимпиады, ухоженные. Намного лучше, чем было раньше. И автобусы тоже, они с кондиционером. Удобно, быстро, пробок нет уже, как раньше. Инфраструктура улучшилась. Стабильное перемещение стало по городу, не только в центре, но и в других областях. Выезжая за город, это и Лазаревский район у нас уже развит стал, и на Мамайке лучше передвижение стало. С Адлера до Сочи уже даже в выходные дни получалось забираться 20-25 минут. Я думаю, это победа для Сочи. К слову, в связи с множеством мероприятий, которые будут проходить в выходные в Олимпийском парке, изменится движение электропоездов. 7 февраля «Ласточка» отправится со станции ЖД «Вокзал Сочи» в 14:40. Прибытие на станцию «Олимпийский парк» в 15:30. Обратно в центр Сочи электропоезд отправится в 21:30. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.